Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby.NUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. А указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby.NUA – это твои увлечения. Всем, друзья, большой привет. Давно не выходило никаких видео. Как бы отдохнул, пора и честь знать, надо что-то сделать. Значит, что, у меня есть вот самолет. Вернее, был самолет. От него остались вот какие-то остатки. Остатки литников, остатки декалей. Кроме того, у меня есть вот такие вот людишки. А также у меня есть вот такие вот пальмы. Они, конечно, какие-то примитивные, но я думаю, может быть, я их перекрашу и что-нибудь более симпатичное получится. Но пальмы есть. Кроме того, у меня есть эпоксидная смола. Показать сейчас не могу, она там спрятана. И есть кусок большой пенополистирола. Ну и как бы у всех у нас есть сериал Lost, который в свое время прогремел и был очень популярным. То, сложив все эти составляющие, в принципе, можно сделать какую-то диорамку по мотивам этого сериала. То есть, как бы, побережье, пальмы, разбитый самолет. Но скажу сразу, что это не будет 100% по этому сериалу. По одной простой причине. Мне лень заказывать декали специальные под тот самолет, который был там. Напомню, там был, по-моему, авиакомпания «Оушаник», если я не ошибаюсь, как это так называется. У них была своя лейба и все остальное. Не буду я этим заниматься. Что-то не хочется тратить время и деньги. Да, честно говоря, сам я вряд ли сделаю красиво. Я имею в виду макет. Но мне не хватит моих знаний и способностей, поэтому я и не буду заморачиваться. То есть сделаем такой а-ля Lost, используя все то, что я вам показал. Буквально со следующей серии начнем строить. Кстати, даже не знаю, с чего начать. Обычно делаю там модель, потом подставку, такое, такого плана. То здесь как-то надо все вместе увязывать эти обломки с подставкой. Поэтому как это будет выглядеть, возможно, все это параллельно будет строиться. Возможно, я что-то придумаю, может, частями. Ну, короче, как-то так. Все. Поддержите это видео лайком. Мне будет понятно, что вам этот проект интересен. Все, всем удачи и всем пока.